Скажите, за что задержаны? За угон машины. Употребляли спиртное? Да. Ранее судимо? Да. По какой статье? 158. Как вы это сделали? В смысле, как я его сделал? Ну, как угнали? Расскажите. А, завел, отверт. Дверь открыт. А ехали куда? Поехали. Домой. Домой? Конечно. Все, поехали домой. Правда, только не доехали. Знаете, что вам грозит-то? Конечно, знаю. Но шли на это, да? А? Ну шли на это. Знали, но шли. Не, я просто представляю, что имеет в виду. Может, или большой штраф это быть, или что-нибудь другое. Но я все равно надеюсь, может быть штраф. Лучше пускай будет штраф. Вы работаете? Нет, только устраиваюсь.